Доброе утро! Я Неля Карпова. Сегодня я покажу, как сделать вот таких красивых куколок сувениры. Для этого нам понадобится декоративная проволока, кусочек органзы с тесемочкой, кусочки фетра, шарик для головки. Его можно сделать из глины, соленого теста или просто взять деревянную бусинку. Нарисовать глазки, ротик. Из любых ниток сплести вот такую косичку. А теперь я покажу, как собрать из этого куколку. Берем проволочку, сгибаем ее пополам, привязываем ниточку. Большой толстой иголочкой протягиваем через шарик и слегка вытягиваем. Вот так. Теперь сюда мы прикрепляем наши косички. Их можно пришить, а можно приклеить, как вам будет удобно. Я прихвачу нитками. Закрепили. Теперь берем следующую проволочку и начинаем обматывать вокруг тельца, делая ручки. Выравниваем ручки, отрезаем лишнее, закручиваем, делая ладошки. И вот практически наша куколка тельца готова. Ножки тоже мы закручиваем. Эта декоративная проволока продается в магазинах для творчества. Теперь мы берем юбочку, кусочек органзы, просто сшитый, и нашита тесьма. Мы собираем эту юбочку на нитку, просто через край, таким наметочным швом собираем. Собрали, вставляем нашу куколку в эту юбочку, вот таким образом, и затягиваем. Двумя стежками буквально прикрепляем к проволочке юбочку. Теперь берем кусочек фетра, вырезаем его произвольно, вот в виде такого овальчика. Складываем пополам, делаем небольшие надрезы для ручек и одеваем нашу куколку. Ну, можно прорезать еще побольше. И вот получилась у нас такая красивая жилеточка. И осталось нам приклеить шапочку. Шапочка также сделана из кусочка фетра. Сюда вклеено перышко. Мы надеваем шапочку на нашу куколку, примеряем и клеим момент, приклеиваем нашу шапочку. Вот такая замечательная куколка у нас получилась. До свидания!